щовівторка дізнаємося секрети спортивного ранку від успішних та відомих людей Миколаєва. Сьогодні на стіла суперсімейка Віталія, Анастасія та Вероніка Богомолови. Але краще їх всі знають як Богомолови в ділі. Віталій, Анастасія, Вероніка Богомолови – сім'я блогерів. Зйомками розважальних роликів займаються вже 2 роки. Перші відео були просто про життя їх родини. За свою творчість були нагороджені обласною премією відкриття року у категорії «Відеоблогери». Та найголовніше для родини – це увага та визнання глядачів. Дозвілля Богомолови проводять з друзями, коли є можливість, подорожують і просто насолоджуються життям. Доброго ранку вам! Як настрій зранку і хто нам сьогодні буде показувати тренування? Доброе утро! Настроєння отличное, зарядку показувати начну я. Начинаем? Начинаем с улыбки. Из головы. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Переходим на грудь. Делаем вдох, грудь вперед и выдох. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опускаем ручки и шагаем плечиками. Вперед, вперед, назад, назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А следующее упражнение покажет мой муж. Я буду показывать упражнение, самое любимое всех девушек, это отжимания. По моему животу, конечно, не скажешь, что я отжимаюсь каждое утро, но все-таки попробуем. Ну что, приступим? Поехали. Делаем сначала около 3-4 раз. Да, на коленках тоже можно, а потом немножко усложняем. Поехали. Раз, два, три, четыре. А теперь усложняем. Раз, два, три, четыре. Все, закончили. Ну а следующее упражнение покажет наша дочь Вероника. Это упражнение точно сможет повторить каждый. Давай, зайка. Только несложное. Розкажіть, як починається ранок у сім'ї Богомолових? Чи завжди це тренування, чи можливо це зйомки роликів або придумування нових тем? Утро начинается далеко не с зарядки, но у нас в неделе расписан у каждого свой день для спорта. И практически всю неделю мы спортом занимаемся. А придумывание роликов у нас всегда это ночное занятие, Виталия. Ваша творчість вже відома не тільки в Миколаєві, а за його межами. Чи думали ви на початку, що ваші роботи будуть набирати такої популярності за короткий термін? На самом деле, когда мы только начинали снимать, мы вообще даже не делали ставку на то, что будут смотреть люди. Мы это делали для себя. В принципе, сейчас в большинстве случаев это продолжаем делать для себя. Ну, сейчас уже больше вышло так, процентов на 50 и на коммерческий уровень. Но никогда не думали, да, что будет столько просмотров. Інколи у відео з'являється Вероніка. Чи планує вона в майбутньому стати блогером і як ви на це дивитесь? Наша деятельность и переросла больше в коммерческую благодаря Веронике, потому что она смотрела своих детских блогеров, и ей очень нравилось, и мы подумали, ну, раз эти родители могут для своего ребенка это сделать, почему не можем мы? И мы чуть-чуть подарили вот такую игру в блогера. Я думаю, что в будущем, если мы не отобьем желание такой частой съемкой ее, но если захочет, пусть будет. Да, потому что сейчас даже вот она, как она хмурится, все, надоела камера, надоела. Ваші роботи більш розважального характеру. Чи плануєте змінювати тематику, що найбільше мрієте зняти? Ні, ми тематику не збираємося міняти, тому що це сімейне наше діло. Ну, нам подобається показувати случаи жизни, поэтому мы в этом направлении будем двигаться. А что больше всего мечтаем снять? Фильм. Да. Полнометражный фильм хотим снять. Да, но это на будущее. Так. Или хотя бы клип. Но это клип, будет уже, клип уже вот мы будет. Уже не один клип даже сняли. Да. Ну почему? Ну понятно, не такого уровня, так больше юмористического характера, но планируем, вот хотелось бы снять полнометражный фильм. Дякую за тренування, гарну бесіду і хочу попросити Вероніку, нашого позитивчика, сьогодні побажати нашим глядачам гарного дня. Скажи, хорошого дня всім. Хорошого всім дня.